Пусть поднимем верхнюю лыжу. Ага. Пусть поднимем верхнюю. Хорошо, Маша. А, не, держась. А если наклоним плечо вниз, то тогда нам будет легче, да? Ага. Именно. Но обычно, когда поворачиваем, не нужно поднимать лыжу, только достаточно согнуть колено. А сейчас это будет упражнение. Пока поворачиваем, будем поднимать внутреннюю лыжу. Она нам не нужна. Будем ее поднимать совсем, вот так. Все зависит, мы должны балансировать наружную плечо. Ага. Плечо. Вот. Балансируем плечо. Ага. Здесь вес нету, а и не должно быть. Но пока поворачиваем. Не после поворота, пока поворачиваем. Да. Да. Не крути. Аккуратно. Потому что весишь на верхней. На верхней вес не должно быть. Вот. Только на одна лыжа. Весит только на одна из лыж. Да. Я могу вот там спуститься и по черной. На одной? На одной, да. Там вес не должно быть. А могу и спиной вперед. Просто. Короче, на внутренней вообще вес не должно быть. Если не будет на верхней, ага. Если просто наклоним плечо. Ага. Вот здесь, где ребра оканчиваются, чуть-чуть перегибаем. Это называем боковой перегиб. Ага. А, пусть поднимемся и будем сделать упражнение именно о боковом перегибе. Марина, собрал? Ира. Кинеске субир, свекло. Ну что у тебя получается? Более-менее. Ты на все застегнул, на последнюю? Нет. Ну, у тебя вон последний, смотри. Там. Первые две на последнюю. Нет, наверху не на последнюю. А эти? Ну я не напрягаюсь, у меня какой-то есть, но они плотно, но если я буду больше перед ним, у меня будет. Она не должна сжать. Ага. Я не парюсь. Ребята, все отлично получается, только мне хочется, чтобы было совершенно не то, что все... Да, да, и Сергей, это все весело. Плечо, подними. Раз как наклоню плечо, мне ясно, что там вес нету. Хорошо, ребята, пока катаемся, не будем поднимать, это было только упражнение. Да. Опа.
бобнер. А? Костюмы не бобнер. За 150. Да вот говорю.